Ариш, вот место твое. Хочешь на колен? Прекрасный, замечательный город. Я кондитер, и совсем немножечко фея. На моей кухне происходит настоящая магия. Друзья, я верю в чудеса, и я точно знаю, что они сбываются. Потому что самое главное, конечно же, в них верить. И верить в себя. Знаете, я сейчас стою на этой сцене, у меня
немного осип голос, и сердце примерно на уровне пяток бьется, но за моей спиной огромная поддержка самых чудесных, замечательных женщин. Знаете, каждая из них достойна короны, точно так же, как и каждый из вас. Милые девушки, где бы вы ни находились сейчас, на сцене, в зале, на работе, неважно, каждая из вас королева. Помните об этом, пожалуйста, всегда. Спасибо. Это была визитка Алексеевой Вероники, участницы под номером 8. Он сейчас здесь,
идет по третьей мещанской. Да, сходит с корабля, идет по третьей мещанской, ищет вас, вас ту, которая сейчас здесь, в Апрелевке. Но вот весь ужас в том, что до третьей мещанской от Апрелевки так же далеко, как и до Сингапура. Вы замечали, что в Москве сейчас ужасно много вопросов? За 5 минут на все глаза расстреляешь. А я в школе любила только географию. Нет, не вот эти все долготы, широты, и меридианы. Меридианы любила, имена, названия. И знаете, ведь их тысячи, тысячи точек на всем земном шаре. Там тысячи тех, кого я могла полюбить. Вот вы знаете, кто придумал глобус? Знаете? Я не знаю. Никто глобус, никто часы, никто карты. Чему нас только в школе учили? Я благословляю того, кто изобрел глобус. Это наверняка был какой-нибудь седой старик. Длинной бородой. Я благословляю его за то, что вот этими двумя руками я могу обнять весь земной шар и всех своих любимых. Ваши аплодисменты, мечтательницы Вероники Алексеевой. Надо взять. Привет, Николай. А где Тихо? На баскетболе в бабушке. Я стану лучшей частью той, с кем безумно счастлив. Девочка, девушка, женщина, пусть все умрут от зависти.
счастье в мой дом и в любовь мою. Знаю, что всегда надо вернуть, даже когда вижу. Директору Борца культуры
сотрудникам Дворца культуры. Спасибо вам огромное! Дорогие друзья, можно, пожалуйста, пару слов и минуточку внимания? Мы тут, конечно, действительно все красавицы, умницы. Да, девушки действительно справедливо победили, но, разрешите, пожалуйста, сказать, весь этот праздник, он бы не состоялся, если бы не было этой чудесной, замечательной девушки, которая нас готовила, которая подготовила конкурс от и до, которая нянчилась с нами, которая поддерживала нас и говорила, что мы умницы, что мы красавицы. Давайте мы, пожалуйста, поаплодируем просто изо всех сил нашей Тане, потому что, посмотрите на нее, она просто ослепительная женщина. Дорогая Таня, и мы хотим подарить тебе корону, которую ты заслуживаешь, точно так же, как и вместе со мной. Самого доброго и теплого.